Сбит БПЛА от падения обломков. Загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней. Вы это для кого пишете? То есть, получается, нам или склад... Никакой паники нет. Все под контролем. Російська терористична федерація з семимильними кроками перетворюється на Північну Корею. Або навіть гірше. Бо скоро без дозволу диктатора там і дихати не можна буде. Про що це я? Та ось про це. Якщо ми почнемо підміняти істериками блогерів, ми так армію потеряємо і країну. З блогерами треба закінчувати вже. Тобто, як ви зрозуміли, закривають на Росії вже не тільки Ютуб, а й пельки російським блогерам, які у Телеграмі чи інших соцмережах, які поки ще доступні на РФ, критикують російське воєнно-політичне керівництво. Є речі, які пишуться по-чоловічки, є новостні канали, є якась здорова аналітика. А є істерика. Є істерика, є, я извиняюсь, продажа інформації. Есть просто сливание той информации, которая есть, видео, фотографии и тех же ударов. Ну, наверное, с этим как-то надо бороться. Тож тепер на болотах вирішили боротися з усіма тими, хто не може мовчати. А все через те, що росіяни не змогли приховати потужний удар наших сил оборони по арсеналу у Торопці, де, за даними ЗМІ, зберігалися 30 тисяч тонн різних видів БК. Серед них, до речі, ракети до «Іскандерів», точок «У» та «Каби». От, Ксюк, смотри. Что у нас тут творится в городе, даже не видно. Мать! О, смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас... У меня простой вопрос. У нас есть ряд людей, и у меня вопрос, они на кого работают? Например, Роман Алехин пишет: по поражению инновационного склада ракет и БК в Торопце Тверской области. Дальше там что-то рассуждает. То есть это человек, который позиционирует себя как такой правильный, патриотичный и грамотный, подтверждает то, что было подтверждено израильской журналисткой Собчак, которая непонятно почему работает в России, которая непонятно почему принадлежит нарушению российского законодательства, на мой взгляд, здесь осторожны новости, информацию о том, что попало, куда попало, еще и называет объект. Я надеюсь, что это не так. У меня просто вопрос, зачем? Вот эта вся истерика для кого? Це, Соловйов, не істерика. Це вже реалії російського життя. Це новини, які приховати неможливо, як би ти не намагався. Бо коли добряче прилітає, та ще й твій дом задіває, то тоді чомусь росіяни прокидаються. От гражданочка, яка викладає у себе в сетях наступного роду коментарі, вона в тюрму присяде чи ні? Очень опасно. Сколько машин едет. Уже уезжает, походу, из города. Из города уезжает, походу. Потому что у нас атомная... Может, в Питере? У них машины есть. Атомная, да. Они, думаешь, нас возьмут? Может быть. Атомная станция есть здесь. То есть это атомная. Пошли в Питере. Пойду я в Питере. Девочки, я все правильно сделала. Ладно. Атомная нас машина не спасет. Господи, спасибо. Девочки, я все правильно сделала? Нет, ничего неправильно сделала. Ты сняла видео и выложила. Тебе надо в тюрьму посадить. Так же, как вот этих всех, которые радостно работают как осведомители нацистов. Необходимо объяснить ряду блогеров, что они не являются носителями истины в конечной инстанции. За любую фотографию, еще что-то, и распространение информации, ну, наверное, должна быть серьезная ответственность. Это враги, блин. Ключевое слово – враги. Не зміг стримати емоції та злості від яскравої роботи СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій України не лише Соловйов та Гурульов. Нову методичку з Кремля отримав і пропагандист Гаспарян. Для чого ви це робите? Просто тому, що ви і тому, що ви по... У мене от дуже є простий вопрос. Для чего это делается? И думаю, что вопросы по этому поводу есть не только у меня. Сегодняшняя история. Значит, что-то со складом происходит. Назовем это так. Сколько опять видео, которые тут же с восторгом
постят все хуторские помойки. Мне просто интересно, этот процесс когда-нибудь уже завершится или нет? Ну, можно хоть кого-нибудь за... И к товарищу майору. Что-то со складом происходит. Коли вже весь світ знає, що со складом происходит, кремлівські роти все ще бояться це вголос сказати. Та що там пропагандисти? Ось навіть місцевий губернатор на фоні детонації боєприпасів продовжує розповідати, як же добре відпрацювала їхня ПВО. То все обломки. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты. При падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения. А що то за звуки на фоні? Якийсь салют через вдалу роботу ППО, мабуть? Напишіть свої версії у коментарях. Били ВСУ по воинской части в Торопецком районе, и в результате падения обломков беспилотника начался пожар, потом детонация. Ну, хоч би вже не ганьбилися, бо у версію про уламки важко повірити навіть найпрофесійнішому брехуну Пам'яту Соловйову. Мне, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть, получается, нам или склад, и можно мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему, понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай, все одно место, еще под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение. Он скажет, а я что могу? У меня инструкция, я что? Что я? А я ничего. А у меня вот 1952 год, инструкция у меня написана, все должно быть взять. Что? Вот там, сям, пам-пам. Ну, знайти крайнього – то святе діло на Росії, і вони точно його знайдуть. Щоправда, це буде не Путін, який і винен в усьому, що зараз відбувається на Росії. Там, до речі, місцеві зет-блогери вже згадали про Булгакова. Ні, не про письменника, а про екс-заступника міністра оборони РФ, який зараз заарештований за корупцію. Бо саме він 6 років тому відкривав цей арсенал у Торопці і заявив, що цей склад має витримати навіть ядерний удар. Заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих создали максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. На этой административной зоне мы построили для комплекс, так называемый, для проживания личного состава. Так по типу замкнутого цикла, когда военнослужащий, не выходя из казармы, получает все услуги, которые ему необходимы. По питанию, банно-прачечному обслуживанию и занятию спортом, не выходя на улицу. Жилой сектор рассчитан на 200 человек. Военнослужащие начнут обживать светлые и удобные казармы уже сегодня. Всего в Западном округе 5 крупных арсеналов. Але так як Булгаков і так вже у в'язниці, щоправда, по іншій справі, то і тут точно знайдуть винного. До речі, можливо, це навіть буде міністр оборони РФ Білоусов? Ну, звісно, сьогоднішній случай Тверської області, він з ряду виходящий, десь просто вже ми всі прекрасно розуміємо, що. Ну, деталі розказувати не будемо. Не будемо. Я думаю, там должны быть выводы очень жесткие. Должна быть комиссия, она должна разобраться. То есть, если вот Булгаков в 2018 году ТАСС рассказывал о том, что возводимый по Тверью арсенал ракет отвечает мировым стандартам, это вот сейчас Булгаков за коррупцию арестован. Но, если бы он не был арестован за коррупцию, ведь его не здесь за это конкретно дело-то арестовывали, а за другое. Вот действительно ли там он соответствовал мировым стандартам? Сколько средств было выделено, как они были потрачены, и как может арсенал, который соответствует мировым стандартам защиты, произойти там возгорание, которое приводит вот к такой вот детонации в результате падения обломков?
Ну, здесь не нужна какая-то сверхлогика, чтобы уловить, что здесь прямое противоречие вот между заявлениями губернатора, между заявлениями и пресс-службы, да, там, Министерства обороны. И здесь, опять же, хочется вспомнить фразу нового министра обороны Белоусова, что ошибаться можно, врать нельзя. До речі, це один із тих самих блогерів, яких хочуть прикрити Соловйов, Гурульов, ну і, мабуть, вже Путін. Бо він розповідає, що врать населенню нельзя. І ні, він не підтримує Україну. Він такий же терорист, як і всі інші окупанти. Просто він просить військово-політичне керівництво РФ говорити росіянам хоч трішечки правди. Для тих, хто слідить за ситуацією, хто так чи інакше получить цю інформацію, ну, якщо запретити всім проросійським каналам це публікувати і об этом говорити, хтось все одно зніме, відправить своєму знайомому, знайомий кому-то відправить ще і пойдет це все спочатку по личним сообщениям. Потім це попаде в какой-нибудь український канал, а далі во всю мировую пресу. Да, то есть скрыть сейчас в современном мире вот полностью что-то невозможное. Вот опять же возникает у людей потом ассоциация, что вот помните, да, этот юмористический номер, да, там никакой паники нет, да, все под контролем, никакой паники нет. Паника, конечно же, враг, да, но и замалчивание, то есть когда у нас информация противоположная совершенно подается для граждан, с целью, я понимаю, что, может быть, там где-то думают, что они таким образом, наоборот, снижают градус паники, но открою вам еще раз очевидную истину, что эта информация до людей в любом случае дойдет, а вот доверие, самое ценное это доверие, оно будет теряться. Ну и после цих слів Соловьова понесло. Ось так, усі, хто скиглить і знімає відео прильотів, терміново треба у тюрму. От тільки чому? У росіян же немає війни, відповідно, і воєнної цензури, чи щось змінилося? У нас что-то каждый суслик возомнил себя агрономом. Вот еще пошли эти фразы: мы говорим правду. Ну, давайте себе представим, что вы будете все время говорить правду. Где находятся наши системы ПВО? Где сосредоточены войска? Куда попал враг? Вы это называете правдой или вы работаете в интересах врага? Притом некоторые из вас со статьями за мошенничество, которые стали хорошо жить только тогда, когда стали объявлять сборы. Правду вы говорите? Есть понятие военной цензуры, и оно должно быть применено. И здесь главный вопрос не то, что вы говорите правду, которую вы можете и не знать, а то, что война не может вестись в условиях отсутствия тумана войны. Это вам любой полководец объяснит. Ну, клас. Продовжуйте цей жабогадюкінг і далі. Сподіваюсь, він призведе до розпаду цієї недоімперії. Ну, давайте ми признаємо, що ми воюємо нічуть не менше, ніж Велику Отечественную войну. Нічого нового не помінялось, тільки средства вооруженной борьбы. Сама ідеологія війни, вона не помінялась. Самі правила війни, вони не помінялись. Сама мера відповідальності на війні, вони не помінялись. Як на фронті, так і на трудовому фронті, який знаходиться в тилу. Уявляєте, як їх бісить те, що не тільки ми реально бачимо всі ці відео і вкотре підтверджуємо нікчемність російської влади, але ж це бачать і росіяни, які роками слухали казочки про непереможну армію та про те, що ракети чи дрони їх ніколи не дістануть, бо кожен куточок Росії захищений настільки, що й муха не пролетить. Але виявилося, що пролетить. Ну и, конечно же, самые главные кадры сегодня поступают из, скажем, оружейного склада, расположенного в районе населенного пункта Торопец. Вооруженные силы Украины нанесли удар. Пока непонятно, чем конкретно наносили. То ли это беспилотники, которые, возможно, залетели со стороны балтийских государств, то ли это уже удар дальнобойной ракеты, авторизацию, разрешение на применение которых Украина все-таки получила от западных спонсоров. Сложно сказать. І поки відповідей нет. Но є кадри взривів, є кадри вторичної детонації. А от уявіть, які ж кадри будуть, коли українцям передадуть не просто західні ракети, а всього-навсього уламки від них. Звісно, я жартую. Нам потрібна потужна далекобійна західна зброя, щоб істерики та паніки на Росії було ще більше, а боєприпасів та ракет ще менше.
откуда велась эта атака беспилотников. Потому что от границы с Латвией, там, 200 километров, от ближайшей точки, если мы посмотрим с Украины, там, получится 400 километров. Либо военные учения, которые проводятся регулярно в Прибалтике, и сейчас они тоже были, либо это снова, пользуясь протяженностью фронта, долетает беспилотник. И, да, кстати, глава офиса Зеленского Ермак, он сообщил, что вот, посмотрите, демилитаризация России. То есть в очередной раз, и здесь мы опять возвращаемся к ответам и к обещанным еще когда-то, очень-очень давно, почти 2 года назад, ударом по центрам принятия решений. Звучит уже как некий мем, да, удары по центрам принятия решений. Вся територія Росії – це мем, бо притягнути сюди ще й країни Балтії, і це говорить той зет-блогер, який кричить, щоб розповідали правду. Да. Хоча чому тут дивуватися? У росіян завжди винен хтось, тільки не вони. Вони обговорюють в ефірах головних ток-шоу тільки Україну та ненавісний Запад. А те, що відбувається під носом, їх зовсім не турбує. Бо коли ВРФ вибухає та палає так, що із космосу це видно, головні рупори Кремля розповідають ось що. Починаємо з срочних новостей. Ночью территорию России атаковали 54 дрона ВСУ и 2 ракеты. По данным Минобороны, украинские беспилотники уничтожали сразу в 6 российских регионах. Группировка войск «Север» продолжает выбивать украинских боевиков из российского приграничья. Здравствуйте, это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Я Андрей Норкин, мой коллега Иван Трушкин, мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня начнем, конечно, с ливанских пейджеров, потому что это что-то... Вибухи на складах там ніяк не коментували, бо про Тверську область говорити заборонено. Навіщо ж росіянам, які потребують допомоги, пояснювати, наприклад, правила евакуації? Самі ж справляться. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!